завязавши прошлое в узел. Что ты еще можешь поставить на кон? Свою жизнь, что в изрытых полях разутюжил за один позабытый в мире закон. Твой закон, он не буква печатную звонок. Он гремит страшным звоном по шляпкам гвоздей. Он дрожит тетивой устных перепонок. На сердцах пожелавших спасения людей. Он дрожит тетивой устных перепонок. На сердцах пожелавших спасения людей. И на стенах акварельные пляшут рисунки детских душ и поют небеса с высоты. Играет вальс, барабанит марш, и торжественно грянут душ, прославляя закон любви, гимн небес поешь ты. Значит, нужно еще поверить. Веришь, значит, делу пришел срок. Протерпеть и в бою испытав, проверить, что ты стоишь и верно ли понял урок. Поют еще мертвые песни мертвым. Пой же вечную песню вечно живым. По закону небес ложь и зло из страниц будут стерты. По закону небес будет жить, кто останется с ним. По закону небес ложь и зло из страниц будут стерты. По закону любви будет жить, кто останется с ним. Значит, выжить задача дана, чтоб с победой вернуться домой. И про доблесть твою споют небеса с высоты. Закружится вальс, прошагает марш, и ура, грянем вместе мы, прославляя закон любви. Гимн небес поешь ты. Акварели пляшут рисунки детских душ и поют небеса с высоты. Играет вальс, барабанит марш, и торжественно грянут душ, прославляя закон любви. Поешь ты, гимн небес поешь ты.
мечты. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Александр Кувшинов, Москва. Здравствуйте. Специально приехал к нам на передачу из столицы. Вот, и я думаю, почему ты не приехал в Петербург? Почему Москва? Вот. Да потому что, наверное, все туда едут. Все туда едут. Ну, в этот Петербург. Едут такое? Все, потому что все думают, что здесь культурный центр и все. Ты решил перевес? Нет, я не знаю. Знаете, я как-то вот интуиция, что ли. Я просто понимаю, что мне надо быть в Москве, потому что все-таки сердце России – это Москва. Mm-hmm. Вот. И вот мне захотелось быть в сердце России. Потому что мне в данный момент, мне кажется, сердце нашей матушки, оно больное. И как бы, если Бог мне дает вот что-то такое, чем я могу, mm-hmm. все-таки музыка – это язык души и как бы такое некое лекарство для души, то все-таки надо начинать это делать с сердца матери. Mm-hmm. А потом уж и сама матушка наша окрепнет. А мы же тогда, Питер, к какому органу относимся? Это душа. Душа? Да. Ого! Вот, хорошо, одно спасибо. Ну, а что делать? Что делать? Это действительно так. Это душа, это уже надо сначала сердце. Надо отремонтировать. Отремонтировать, чтобы потом оно стало в это сердце начало чувствовать и душу в себе. Ну, хорошее сравнение. Может, чуть ли не песни можно нет написать. Ну, напишите, мальчик. Да. Но мне некогда. Сейчас ну, как Бог, да. Храм разрушенный стал восстанавливать. Да, где наши мужики, почему вот это и есть как бы ремонт душа. Ты вот смотришь на разруху на эту, и душа начинает болеть, и сердце болеть начинает. Вот, хочется хоть немножко как-то подремонтировать. Вот, может, люди придут, потом молиться будут, понимаешь? А им надо сердечко сначала подремонтировать. Чтобы душа проснулась. Мне так кажется. Ну, дай Бог. Побольше бы музыкантов с это самое, лекарей. Ну, я не себя там считаю. Я знаю, что Господь Бог все это делает. Ну, я просто вижу, ты переживаешь это. Ну, просто за судьбы России. Да, потому что очень много. Сейчас, в современное время, вот что ты, вот как ты живешь, как болеешь? Ну, если говорить о сцене, в общем, ну, как бы там больше, знаете, не сердце чинит и душа, а скорее кишки. Понимаете? Вот. И причем как-то их так неудачно. И мозги. Да мозги там ломают просто, напросто. До такой степени ломают, что там, ну, там уже просто безумие началось какое-то. Понимаете? Это сейчас, это, слава Богу, вот сейчас идет программа, вот эта патриотическая, так стала там, ну, президентская, по-моему, программа, насколько я слышал, ну, там, что стали вот эти вот какие-то вещи говорить о родине, там, какие-то положительные, а то раньше и это нельзя было, я всегда был не формат, куда ни приди, ты не формат. Ну, потому что песни о родине, и песни о духовности, песни о правде, они как бы, они считаются, ну, ну, не формат. Надо, чтобы там булками там потрясти. На потребу, как, да? Да, надо. Ну, нет, это значит, есть потребитель все-таки? Понимаешь? Так его вырастили искусственно, да? Извините меня. Если 20 лет больше ничем не кормить, а только этим, так они, естественно, они и думают, что так и надо. Они другого-то не видели. Ну, как вот сухой корм, да, для этого, для какого-нибудь кота? Моя бабушка говорила, кто старого не видел, тот новому рад. Вот так вот. Ну, это... Так и есть, ну, если они не видели ничего. Потом уже коту подносишь рыбину, а он конечно. Что это такое за мясо какое-то? Ну, вообще ничего не понимает. Ну. Даже и пройдет мимо. Да что коту? Вы посмотрите на молодежь, на современную. Ты им пепсиколу дай, да. Сухие бич-пакеты. О, вот это вообще круто. Сухие бич-пакеты. Вот вы посмотрите, дети. Они любят сухие бич-пакеты. А если ты им дашь что-то, я не знаю, там, ну... Дайте ему морожку, да он и есть не будет. Ну, не будет. Ну, вкусно, невкусно. Но оно, нет, не знаю. Подсластителей там, ну, да, усилителей. Не так. А может, просто не прет еще, батюшка, знаете. Молодежь тоже разная. Никакого ГМО нету и все. Ну, да. Ну, и, то есть ты и стал искать правду, да? Ну, на земле.
Нет, не, зачем ее? Нет, я ее, сначала да, сначала где-то такое был. У меня промежуток в жизни, я не знаю, сколько ты там времени прошло. Ага, прошло, наверное, знаете, там, это не так много времени прошло. Это может быть года 3 или 4. Я как бы искал Бога. Угу. Ну, как правду. То бишь, Бог – это есть источник правды. Он делает эту правду. То бишь, вся правда от Господа Бога. Угу. А когда я понял, что Он во мне, как и как Он здесь, и Он во мне, и просто нужно самому брать и жить так, как Он говорит. И что эти все источники, ну, это в трудах наших святых людей, наших писателей, классиков. Священнописатель. Да, всех. Я очень Игнатия Брянчанинова люблю. Мне очень нравится этот человек. Mm-hmm. Вот. Иоанн Кронштадтский мне очень нравится. Ну, да что говорит, все наши святые. Вот. И наши классики. Очень Достоевского люблю. Мне этот человек вообще вот своей жертвенности вот этого, ведь он действительно, он жил настоящей христианской жизнью. Он собой жертвовал всю жизнь. Вот так вот получалось, и он это воспринимал, чтобы взять и людям показать. Он это понял, он когда понял свой смысл жизни, его, какая она должна быть, он тогда свою эпилепсию начал правильно воспринимать, он просто начал ее как дар Божий воспринимать. Угу. И отсюда ему Господь был за его терпение, он ему дал вот эти произведения, которые сейчас у нас считаются шедевром просто русской классики. Да, это, вот. Это высоты такие, что... Ну, песня. Пришла пора песни. Чтобы такое вот... Ну, мы говорили о том, что вот чем ты сейчас занимаешься. Сейчас вот. Или в ближайшее время, или в последнее время, последние годы. Последние годы. Но тебя волнует всего. Меня волнует, естественно, положение на Донбассе, что говорить. Это 2014 год для меня стал переломным каким-то. Когда начали показывать первых наших пацанов, там погибших. Угу. Ополченцы, вот эти вот ребята, которые не призывники, не какие там не наемники, а те, которые просто, они понимают, что там все, там сейчас решается судьба нашей Родины. И они поехали туда без копейки. У меня много таких друзей, там их, это не больше, чем друзья, это братья, которые, вот они поехали, это 14 год, там половину из них там уже остались. Вот. А я там увидел настоящих людей. Если я раньше, допустим, что-то о себе думал, там, ну вот я там пишу что-то, вот я, значит, какой-то не такой, вот, ну, в смысле, я что-то там выше представляю, то я увидел там настоящих людей. Вот знаете, у Льва Николаевича Толстого, хоть он там потом уже под старость с ума совсем сошел, но поначалу-то он... как литератор был очень хороший, его «Война и мир», и вот этот Андрей Болконский, да, вот это вот образ русского солдата, офицера, благородного. Mm-hmm. Я повстречал там вот таких вот людей, mm-hmm. которые не пошли за деньги, за какой-то там, понимаете, они пошли... Спасать Родину, да. Спасать Родину, потому что здесь вот сколько людей, которых они любят, понимаете. Mm-hmm. И мне, я тоже сидел, ну, вояка из меня, конечно, никакой, а вот написать про такого солдата... А у тебя есть какое-нибудь произведение? Конечно. А можешь сейчас бы что-нибудь исполнить? Да, давайте, я хочу написать, точнее, спеть вам песню, она называется «Над душем лечная». Это такой рассказ образный. Я здесь войну сравниваю с собакой. Я это действительно тогда увидел. Я вам просто расскажу маленькую такую историю, а потом я спою песню. Да. Когда я туда еду, я смотрю, поля не убраны. Это был декабрь 2014 года, и поля не убраны. Подсолнух, понимаете? А я еще думаю, странно. Ну, что это у них? Есть, наверное, полно чего. То бишь, вот абсолютно мирный человек, ничего не соображающий, едет на... Я единственное, что смотрю на асфальте, там какие-то там, ну, от воронок, там что, ну, точнее, от мин какие-то воронки, там еще что-то. Потом смотрю, там какой-то танк он подбитый. И только потом до меня доходит, что, оказывается, все заминировано. Mm-hmm. То бишь, наша Луганщина там была вся, ну, я ехал через Зварино, и она была, ну, оккупированная там. Вот, и люди боятся, ходят там по тропкам, понимаете? И я ясно себе представил, что это
понимаете, вот она, а потом, когда я увидел вот этих вот ребят, разорванные тела, вот эти вот, знаете, там, ну, видал много чего, вот, и вот их действительно, как будто, знаете, вот она вот, война – это такая тощая, злая собака, но я здесь ее называю сукой, как бы, знаете, действительно такая, знаете, такая кровавая, такая, вот, понимаете, с такими страшными глазами, с такими зубами окровавленными, вот, и она этих парней просто рвет на куски, вот. Войну там вот и еще называю, что такое правда и что, ну, послушайте, в общем, да, называется, да. «Души млечные», посвящается нашим русским солдатам, защитникам Донбасса. Я имею в виду русских солдат и русских по духу, настоящих тех самых русских солдат, еще сохранивших честь, и не те, которые, знаете, ведь ужас какой, беженцев-то сколько. Ну, это же вообще дурдом, мужиков взрослых, своим как-то что-то. Вот настоящих, вот, да. Настоящих. Вот те, которые не побегут никогда, будут стоять до последнего. Угу. Вот там, кстати, Саур Могила, ведь 4 раза на себя ребята в огонь вызывали. 4 раза, можете представить. И не ушли. И не сдали вот с этого. И все, и отошел враг. Вот тоже вот есть у меня песня «Саур Могила». Ну, как-нибудь, если будет интересно, послушайте. Угу. А сейчас, значит, «Души млечные». А у смерти глаза стеклянные, смотрит тощая, сука, скалится. Ах, солдатики оловянные, эта тварь здесь над вами не жалится. Рвет кровавою пастью бешено и швыряет на снег искореженных, грудь ее черепами увешана, из гробов по кирпичику сложена. Оловянные души млечные, кровью алой в небо влитые, смотрят звезды глаза вечные, всегда юные, незабытые. А у жизни глаза серьезные, смотрят детством святым сверлящие. У свободы моей глаза грозные, всегда бодрые, всегда бдящие. И в бою обожженные пламенем, и до блеска слезами вымыты, осененные Божьим знаменем, правдой вечной в объятия приняты. Оловянные души млечные, кровью алой в небо влитые, смотрят звезды глаза вечные, всегда юные, незабытые. А у правды глаза, солнце свет, в них глядеть до боли мучительно. Но солдатикам вложен в грудь билет в недалекий край, спасительный. Оловянные души млечные, кровью алой в небо влитые, всегда юные, уже вечные, там, где рубахи золотом шитые.
такая вот история русского солдата. Ну да, наконец-то услышал настоящую песню. Ну, понятно. Спасибо. До этого это ну, же говорю, это надо раньше. Все увидеть и почувствовать, да? Ну, это да. Же не выдумаешь. Ну, да. Хотя Владимир Семенович тоже не летал в самолетах, в истребителях, да, и за штурвалом не стоял. А вот Господь дает человеку образ, и он его чувствует. Ну, это по рассказам, видимо, вот, ветеранов. Это. Не знаю, но мне просто... Ну, лучше все-таки видеть, да? Просто... Или лучше бы это вообще не видеть. Он же был ребенок войны тоже, как бы. Тогда же все через эту войну прошли. Пускай он на самой войне не был, но он знал это все по рассказам, по... Ну, как... Так что говорить вообще? Конечно, лучше бы не было. Война – это страшно, но она неизбежна тогда, когда человек начинает забывать о Боге. Mm-hmm. Когда человек, как русская пословица, гром не грянет, мужик не перекрестится. Если он верит, там, что по столу постучит, допустим. Mm-hmm. Да, вот, кстати, можно будет сейчас песенку вам спою интересную, если вы хотите. Вот если он по столу возьмет, постучит, допустим, и... Ну, интересно, его вот спасет вот такая ситуация там, от летящей на него там 180-й мины, допустим, понимаете? Да. Вот. Естественно, не спасет. А вот если он крикнет «Господи, помилуй», то вот спасется. Потому что были такие случаи, ребята рассказывали, когда все вокруг рвется, а он смотрит, вот этот огонь вокруг его проходит, а он как будто в коконе. Это на самом деле ребята рассказывали все. Молитвы охраняют, да? Да, молитвы, конечно. И это рассказывали как вот сейчас на войне, как в Чечне, с Чеченской войны, как в Афганистан. Точно так же и Великая Отечественная война. Почему люди это все равно, нет, а верили все равно? Ну, потому что ну, не спасет вот это тебя, понимаете? Хоть застучись ты там, ну не спасет. Вот, и хоть там заплюйся, я не знаю, ну что там, что еще, во что там можно верить, там, не знаю, там, ну талисман. Да, что-то, да, лапку такую повесил, кроличью. Петуха. Да, или от петуха. Ну да. Ну, вот так. Ну, так а спой эту песню-то. А песня, вот просто, вот знаете, хотелось на позитивной, как бы, ну, волне. Кстати, она... Может быть, завершающую нашей программе-то. Вот давайте мы вот как бы все-таки на хорошей такой волне это закончим. Песня, я ее написал, кстати, вот тогда же, когда еще я написал, вот это, помните, я это, про собак-то пел песню. Uh-huh, uh-huh. Слышь, ну, то бишь, это самые первые песни, которые я писал. Может быть, она вам покажется немножечко как бы детская, но... Смысл, я тогда еще курил, вот, поэтому в ней там есть такие слова о том, что вот, там сигарета тухнет, но это на самом деле во что человек верит, что погасла сигарета, я понял, да, все, это катастрофа, а, все, там сейчас, вот, свисту там, да, суеверие, вот песня про суеверие, да, ну, это как про приметы такая. Можно? Да. Боишься пройти между двух столбов, носки наизнанку ты ждешь врагов. Твой нос зачесался и будешь ты пить. Ты веришь во все, а знать тому быть. И в руке твоей погасла сигарета и запнулась снова левая нога. Говорят, что это плохая примета. Я скажу приметы, пустые слова. И приснился сон, в нем выла собака и катилась плохим моя голова. Говорят, что это плохая примета, все приметы просто пустые слова.
Дни ласковы сон, и веришь, что завтра сбудется он. Вот вилка упала, и ждешь ты гостей. Но дело не в вилке, а в вере твоей. То в снах, то в приметах вся вера твоя. Рука зачесалась, зудится нога, то чешется ухо, то зуд по спине. Не лучше ли взять и помыться тебе? И в руке твоей погасла сигарета и запнулась снова левая нога. Говорят, что это плохая примета. Я скажу приметы, пустые слова. И приснился сон, в нем выла собака и катилась плаки моя голова. Говорят, что это плохая примета. Все приметы просто пустые слова. Кстати, перед тем, как сюда ехать, жена мне говорит, мне приснился сон, ты опоздал на поезд. Ну вот, видите, вот ну и чего. Да я здесь с вами сижу, видите. Если бы я знал, сколько осталось до конца передачи, я, может быть, тоже песню спел. А спойте, что-нибудь вырежете мое. Ну, я ограничен во времени. Иной раз даешь, чтобы человеку... Потому что понимаешь, что время ценное, свои минуты отдаешь... Вот я, наверное, скорее всего, в этой передаче так и сделал. Ну, я думаю, что не зря. Думаю, передача получится хорошей, и посмотрит ее с удовольствием. Кто-то для себя сделает выводы, кто-то взбодрится, думаю, и подумает о том, что надо все-таки творчески относиться в своей жизни. И искать правду, да, и истину. Чтобы Божьей всем помощи, дорогие мои. С вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях был Александр Кувшинов из города Москва, который прошел такой интересный опыт и поделился им. Боже всем помощи. До свидания. Всего доброго.